E cerca. Наказал приглашается президента Сырбу Игорь. Готовится контр Лужан. Победу одержал Кико Василий. Контр Лужан приготовились. На ковер приглашается телега. Фомин Игнат, телега. Победу одержал Сырбу Игорь. На ковер приглашается Кондров Лужан. Победу одержал Лужа. На ковер приглашается Постовец Сырбу Христиан. Готовится Сырбу Игорь Асташев. Финальная встреча. Победу одержал Постовец и занял первое место в весовой категории до плюс 46 килограммов. Борьба за третье место. Сырбу Игорь, Анташел. Анташел Мас. Готовится Лужан Лесниченко. Во время номер 3 приготовится Медведев Тихун. Победу одержал телега Максим. Победу одержал Игорь и занял третье место в весовой категории плюс 46 килограмм. На ковер номер 3 приглашается Медведев Кику. На ковер приглашается Лужа Лесниченко. Медведев Кику. Готовится Байбак Самошкин. Байбак Самошкин приготовились. За ними приготовится финальная встреча в весовой категории 34 килограмма. Георгийцы Артем, Следников Александр. Держи! 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 Держ
Медведя, Соломон Медведев. На ковер приглашается финальная встреча весовой категории 34 килограмма. Георгийцы Артем, Слетников Александр. За ними приготовится борьба за третье место. Елена Максим, Соколан Егор. Саша, Соколан, быстрее, заводи ногу! Стой, стой, стой! Ногу, руками заводи быстрее, говорю! Готовится Байбак Самошкин. На ковер приглашается Байбак Самошкин. Готовится Усаки Мельник. Усаки Мельник приготовили. Победу одержал Самошкин. На ковер приглашается Усаки Мельник. Готовится Лужан Крачун. Время здесь. Победу одержал георгийцы Артем и стал чемпионом весовой категории 34 килограмма. Победу одержал Мельник. Борьба за третье место. Телега, Соколан. За ними приготовится Медведев, Радаман. На ковер приглашается Лужан, Крачу. Борьба за третье место. Победа одержал Лужан и занял третье место в весовой категории плюс 46 килограмм. На ковер приглашается Ковальчук Токар. Come on.
Готовится Гордина Олейников. Победу одержал Ковальчук. Готовится Самошкин Мельник. На татаме номер 33 Елена Максим занял третье место в категории 34 килограмма. На ковер номер 3 приглашается Медведев. Победу одержал Олейников. Самошкин Мельник. 2003-2004 год рождения. 50 килограмм. Татами номер 2. Через 5 минут. Готовится. На ковре номер 3 готовится весовая категория 38 килограмм. Вот отсюда пошел. 2003-2004 год рождения, 50 килограмм. Татами номер 2. Горча Олег Кушнеров Роман. Готовится Ковальчук Олейников. Делай! Победу одержал Мельник. На ковер приглашается Ковальчук Олейников. Продернул игле! Продернул руками игле! Да не тянет, что мы пытаемся! Готовится весовая категория 50 килограмм. Абабий Данил Чибан Вадим. Абабий Чибан. Приготовились. Победу одержал Ковальчук.
На ковер приглашается весовая категория 50 кг. Кадеты 2003-2004 года рождения. Абаби Данил Чибан Вадим. На ковре номер 3 готовится весовая категория 38 кг. Горчак Олег, Кушниров Роман. Готовится Булат. Команда первого технического агентства. Бежинать. Булат, Бежинать приготовили. Готовятся Врабий Кирилл, Чиндин Денис. Врабий и Чиндин приготовились. Победу одержал Булат. На ковер приглашает Врабий Чиндин. Готовится Тулук Гагаут. Тулук Гагаут приготовились. Победу одержал Врабий. На ковер приглашается Тулук Гагаут. На ковер приглашается Тулук Гагаут. Готовится Кажакару Нуждар.